Как следует из отчета начальника межмуниципального отдела МВД России «Азовский» Идриса Вагапова, в целом уровень преступности в Азове и Азовском районе за 2021 год снизился по сравнению с годом предыдущим. При этом количество преступлений имущественной направленности увеличилось, особенно краж с банковских карт. Один из важнейших принципов работы правоохранителей – принцип неотвратимости наказания. Раскрыто 777 преступлений, из них тяжких составило 208, в том числе 26 преступлений категории прошлых лет. Положительно также следует отметить раскрываемость убийств, изнасилования, угрозы убийством, которые составили 100%, увеличение процента раскрываемости разбоев, краж транспортных средств, преступлений по незаконному обороту наркотиков, в том числе сбытов, квартирных краж, грабежей, превентивного состава, экономических составов. Хорошие показатели в работе по защите экономики территории Азова и Азовского района от криминального влияния. Как положительный пример стоит отметить возбуждение в августе-сентябре 2021 года трех уголовных дел, связанных с фальшивомонетчеством в отношении гражданина, который совершал закладку поддельных денег в интернет-магазинах «Элит», прикуп теневого ресурса «Гидро» партиями и совершал их сбыты на территории Азовского района. По словам начальника отдела, есть положительные результаты и в борьбе с наркопреступностью. Задокументирован деятельность 6 граждан, в том числе и 2 гражданина иностранного государства, как закладчиков в интернет-магазинах, возбуждены уголовные дела по контрабанде наркотиков. В связи с отчетом у депутата Юрия Голубева оказался вопрос не к докладчику, а к коллегам. Пришел новый руководитель. Сейчас в своем отчете он сообщил о том, что одна из задач – это ремонтировать опорные пункты и так далее, и тому подобное. Вот мы почему продали опорные пункты? Мы неужели не просчитываем ничего по жизни, по нашей? У нас огромная проблема и с участковыми из-за того, что предыдущее руководство не обращало внимания на кадровую политику, и с другими представителями, которые раскрывают преступления. Сейчас мы уже закладчиков этих не сможем поймать так быстро, как бы это хотелось. Хотя есть огромное количество видеокамер, другого, третьего, десятого. Но для того, чтобы с ними работать, нужны люди. Вот сейчас новому руководителю полиции придется собирать новый состав. С целью содействия в решении проблем города Юрий Голубев предложил организовать встречу депутатов и руководства силовых структур. О состоянии законности на территории Азова в прошлом году проинформировала заместитель Азовского межрайонного прокурора Наталья Климова. Нарушения в сфере соблюдения федерального законодательства увеличились почти на 25%. Прокуратурой района проводились проверки соблюдения коммерческими организациями, оптичными учреждениями требований законодательства о здравоохранении и фармацевтического законодательства. В этой связи были выявлены нарушения, а именно в аптеке ООО «Твоя аптека» были выявлены факты отпуска лекарственных средств, содержащих сильнодействующие вещества, по поддельным рецептам. Возбуждено 2 уголовных дела. Кроме того, в настоящий момент проводится проверка, направлены материалы еще в отношении 3 лиц. В числе выявленных прокуратурой нарушения исполнения закона о закупках. Наиболее часто выявляются нарушения в виде несвоевременного исполнения контракта, нарушения сроков оплаты контракта муниципальным заказчикам. При этом у прокуратуры района имеются существенные претензии к работе органа местного самоуправления, поскольку работа администрации по понуждению подрядчика к исполнению принятых на себя обязательств является явно недостаточной, о чем свидетельствуют существенные многочисленные нарушения, выявленные в данной сфере, в том числе все мы прекрасно знаем про объект благоустройства набережной реки Азовки и спуска Молокова. Обнаружено немало нарушений и в сфере ЖКХ. Особенно заместитель прокурора остановилась на работе муниципальной управляющей компании «АЗАК» и порекомендовала администрации как собственнику принять соответствующие меры. В завершении выступления Наталья Климова обратилась к народным избранникам с просьбой сообщать об известных им нарушениях. Мы не сможем бороться с преступностью эффективно, если у нас не будет ответной связи от депутатов, если у нас не будет нормальных участковых пунктов, если у нас камеры безопасного города, по которым мы также вносили представление в администрацию города,
о их недостаточной эффективности, отсутствие их в достаточном количестве и в нормальной работоспособности, без вашего и нашего взаимодействия наша работа не будет иметь результат и не будет способствовать соблюдению прав граждан, которые вас избирали. Депутат Николай Бочаров обратился с предложением проверить законность установки ларьков на газонах. Это уже имеет систематический характер определенный. Пожалуйста, давайте с конкретными адресами. С конкретными Хорошо, я подойду, да, мы с вами разберемся. Потому что это уже какая-то схема, понимаете, которая нарушает как минимум даже градостроительные. Потому что появляются на газонных участках, появляются ларьки, появляются какие-то объекты на газонах. Ваш у меня лично, даже как у жителя, да, понятие газон, это зелёное насаждение, деревья, то есть все как положено. Также меня поддерживает отдел экологии. По этому поводу, потому что у нас пилятся здоровые деревья, при этом у нас падают сухие деревья, урожай жизни людям и машинам, и всему остальному, понимаете? Возможно, после этого обращения депутата к прокурору ситуация изменится, и газоны в городе больше не будут обрастать ларьками и павильонами. Татьяна Иващенко, Владимир Чекунов, Азов-Инфо.